Вы скажете вот сейчас, когда вы слышите гинеколога Эвелину, считаете ли вы свои заявления, которые вы делали ранее, действительно гавканьем и попросите ли вы прощения? Нет, это не гавканье. Я считаю, что это ответственность очень большая, в первую очередь, перед ребенком, потому что можно родить больного ребенка, это во-первых. А во-вторых, конечно, любой женщине сделают такое, если она заплатит много денег. Безусловно. Мне кажется, это не так. А что вы так опровергнете? Но только результат никто не гарантирует. Какой результат-то будет от этого? Опять дауны родите? Ведь он никому не нужен. Ни обществу, ни вам, никому. Вот я говорю, вы все постоянно заводите мозги в своей счастливой жизни. Простите, Андрей, убери у нее микрофон. Это хамство, это за такие... Выгнать ее из зала, дрянь! Я слушаю. Позвольте мне ответить. Я тварь сейчас дам за моего ребенка. Так. Ты поняла? Можешь говорить про меня все, что угодно, но моих детей не трожь. Эвелин, спокойно. Андрей, я как врач хочу сказать, когда она послезавтра, не дай бог, попадет с болячкой ко мне в руки, я ей лично скажу, что ты никому не нужна. Никогда нельзя говорить, вам стыдно. Как ты можешь про ребенка говорить? Это не ребенок, как можно это говорить? Это особенный ребенок, которого она пестует. Как у тысяч людей ну, такие... Да, да помолчи ты! Почему вы решили, что у него здоровье нормально? Злобная шапка! Тысячи людей в нашей стране подписаны на Инстаграм Сёмы. Мы все видим, какой...